3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата связана с трагическими событиями в Беслане. В память о жертвах в 22-й школе десантники вместе с учениками и педагогами провели торжественный митинг. Подробнее Светлана Родионова. Всем тем, кто погиб в темном пекле пылающего ада и кто выжил в сентябрьские дни 2004 года, посвящаем митинг. Ровно 10 лет назад в школе номер 1 города Беслана погибли 334 человека, из них 186 детей. В память о жертвах Тамбовское отделение Союза десантников России проводит акцию, направленную на борьбу с терроризмом. Это безусловный ужас. Конечно, погибли ни в чем не повинные люди, это в первую очередь дети. Дети – это такие создания, которые не могут гибнуть из-за национальной розни, из-за религиозной розни. Почтить минуты молчания всех тех, кто погиб в этот день, пришли преподаватели и их ученики, ветераны боевых действий и простые горожане. Ведь если мы забудем свою историю, а это, к сожалению, страница нашей истории, пусть и печальная, то мы, наверное, обречены на не совсем счастливое будущее. Ведь та страна, которая не помнит своей истории, не будет иметь и будущего хорошего. В честь погибших в школьном саду сегодня создана аллея памяти. Посадить деревья предоставилась возможность лучшим ученикам школы. А на помощь молодому поколению вызвались члены десантного братства. У нас организация, основные члены организации являются участниками боевых действий. Ну, мы всю жизнь боролись против терроризма. И вот эта акция говорит о том, что хотелось, чтобы люди не забывали это. Тематику, которая происходила 10 лет назад. Итогом торжественной линейки стал запуск белых воздушных шаров, символизирующих светлую память погибших. Количество шаров совпадает с числом жертв бесланской трагедии – 334. Светлана Родионова, Александр Клеменов, Александр Кобзарев, Область новостей.